Здравствуйте, ФСБ. Сейчас вам все объясню. По поводу чего вы задержаны? Все вместе. Так, единственная просьба всех, кто здесь, соответственно, сидит, телефончики все на стол, пожалуйста. Никаких звонков не делаем, ничего не делаем, никаких движений, все как бы. Кафе «Арас», Трубский район, Саратовской области. Сообщите, где вы работаете, какой должность занимаете? Санаторная школа-интернат, город Петровска, директор. Знаком ли вам участвующий в осмотре места происшествия? Да. И ты дату как давно, при каких обстоятельствах вы познакомились? Мы знакомы по общественной работе. Так, этот пакет, поясните, это ваш пакет? Нет, это не мой. А кем был первый пакет? Горбунова Лариса Александровна. Откройте, пожалуйста, содержимое пакета. Демонстрируйте. Книга Валерия Лугашева «От сердца к сердцу», город Петровск. Имеется надпись, я понимаю, после мероприятия автора. Так, специально зафиксировали содержание. Так, просмотры содержимое книги. Посторонних предметов книги не обнаружено. Смотрелась коробка черного цвета с надписью «Баркли». Открываем. Имеется портмоне. Открываем портмоне. Портмоне имеется купюры в иностранной валюте. Сим-карты, еще какие-то карты-накопители. Так, и здесь. Упаковочная. Так, возвращаемся к денежным купюрам. Извлекаем их из портмоне. Евро. Так, несколько купюр достоинством 100 евро. Получается, раз, два, три, 9 купюр достоинством 100 евро. И одна купюра достоинством 50 евро. Одна купюра достоинством 20 евро. Две купюры достоинством 10 евро. И две купюры достоинством 5 евро. Так, итого у нас получается 9 по 100, 900, 50, 70, 80, 90. Получается ровно 1000 евро.